Егорского второй раз готовится встречать гостей открытого фестиваля форума театрального искусства «Театр онлайн». В этом году культурное событие пройдет под знаком международного. Место проведения – детская школа искусств. Очень приятно, что география наша расширяется от далекой Карелии до Украины. Это коллектив из Львова, коллектив из Словении, много белорусских коллективов, коллективы из Москвы. Гости из Польши, из города Щетина, областного драматического театра. Это совершенно разные по направленности театральные коллективы. Очень приятно, что в этом году у нас новая форма интерактивного театра для юных зрителей. Сейчас коллектив детской школы искусств подводит последние штрихи. Уже завтра состоится торжественное открытие фестиваля. Программа «Театр онлайн 2017» очень разнообразная. Она, конечно, была интересна и в прошлом году, но в этом году фестиваль развивается, растет, в нем появляются новые проекты, идеи которых мы пытаемся воплотить и надеемся, что они станут традиционными. На протяжении 4 дней с 29 марта по 1 апреля ценители театрального искусства смогут насладиться творчеством профессиональных и самодеятельных театральных коллективов из разных стран. В программу фестиваля включены мастер-классы, тренинги, конкурсы, пресс-конференции. Зрители смогут оценить оригинальные жанры и познакомиться с новыми проектами. Завтра, 29 марта, после торжественного открытия фестиваля, которое состоится в 15:00, жителям и гостям города будет предложено 2 спектакля. В стране чудес. Город Львов по мотивам одноименной сказки и мамки театра-студии «Дети понедельника» Республика Карелия.